Всем привет и добро пожаловать на мой канал и, наконец-таки, третья часть, где мы с вами будем разбирать гардероб. И в этой части мы заглянем в этот вот шкафчик, приоткрою вам немножечко занавес. И здесь, если честно, вот в этом шкафу как раз, на мой взгляд, бардак бардаком и много того, что нужно отдать. Здесь в основном вся летняя одежда. Я думаю, что вам будет интересно, и мне самой, если честно, интересно, и мне хочется поскорее его максимально освободить, потому что после того, как я вытащила мешки просто одежды, ну, было немало после всех моих разборов, то, что я вам показывала в первой и во второй части, то я вам могу сказать, что это такое облегчение. Да, я снимаю все это в один день, все практически подряд. Сейчас село солнышко, на улице уже темно, позади меня окно, как вы видите. И, может быть, и стоило дождаться тоже такого света ранее, но как-то у меня все было не втерпешь, я пользовалась минутками последними практически своего отпуска. Шучу, конечно, но на самом деле, да, осталось полтора дня моего отпуска. Ладно, очень много болтовни, давайте приступать. Мне пришлось приоткрыть дверку, к сожалению, не самый красивый фон, где стекло, ну, что поделать, это шкаф на той шкаф. Давайте по порядку. Я начну с того, что здесь сначала висит, потом перейдем с вами к верхним, либо к нижним полочкам, ну, в общем, обязательно это все разберем. Итак, первое, что как раз вы могли в первых двух частях на мне видеть, это вот такую вот маечку, которую я покупала. Где сделано? Сделано в Турции, но покупала я в Европе, в каком-то магазине, уже не помню, да, в Праге покупала. Следующее, это у меня вот какая-то такая майка, где у меня тут волосы на маечке, в общем, она у меня под спортивный костюм, она остается. Так, ой, это почему-то мамина затерялась. Это я еще при прошлом разборе, если я не ошибаюсь, убирала, но мама упорно обратно мне ее запихнула. Пардон, снимаю, мне она не нужна. Ну, передо мной ковер, на ковер все и буду я убирать. Ну, честно говоря, сомневаюсь, конечно, что я еще надену куда-то вот эту кофточку, поэтому перемещу ее, так как она, в принципе, нормальная, перемещу ее в раздел с домашней одеждой, и пусть будет там. Дальше, это, я не знаю, наверное, мне уже не нужно, да, мне уже не нужно, отдам лучше это платье. Улаяли собаки, пришлось идти их успокаивать. Дальше, ну, конечно, мне не хочется с ним прощаться, но я понимаю, что уже, ну, все, оно себя изжило 10 миллионов раз, поэтому вот этот летний такой сарафанчик, конечно же, я все, прощай, тоже отдаю. Дальше. Ой, вот это я помню, я брала с собой в Доминикану, кажется, я одевала на новогоднюю там ночь. Ну, конечно, нет. Ну, куда? Куда уже? Не буду я носить, поэтому тоже отдаю. Вот это выкину, потому что это, я не знаю, что с ним случилось, оно просто, это концепт клаб. Я понимаю, что это дешевая вещь и все тому подобное, но просто вот так пойти какими-то непонятными желтыми, вообще серыми разводами и не отстирываться. Поэтому это в отдельную кучку буду кидать то, что выкидываю. Так. Кофточка. Ну, ее, наверное, оставлю, как минимум, даже ее я могу просто маме отдать. Поэтому из гардероба, скажу, моего нашего, я ее убирать не буду. Прощай. Обожаю зеленый такой цвет, просто обожаю. Изи Вэя, помню, как я покупала в Испании это платье, но очень давно. И оно такое вроде и пляжное. Но, кстати, можно его, конечно, дома носить. Вот о чем я не подумала. Переместить в раздел с домашней одеждой? Нет, лучше я его отдам. С домашней я себе парочку оставила уже. То, что тоже я, конечно, уже не буду носить здесь. Воротничок нужно поправить, но просто уже, так скажем, не то. Не тот стиль, не мое. Но когда-то я его любила, тоже отдам. Оно довольно-таки нормального качества. Так, что делать с тобой? Ну, как бы здесь все воротнику, наверное, это нужно выкинуть. Но любила. Да, выкидываю. Это никому я, конечно, предлагать не буду. Аналогично никому предлагать не буду. Просто воротник стал непонятного цвета. Тоже выкидываю.
все ему. Ох, как мне нравится разбор сегодня, просто когда вот так вот ты все выкидываешь, выкидываешь, это не оставляешь, то не оставляешь. Чем больше появляется свободного места в шкафу, в шифонере, тем, значит, ты больше понимаешь, что ты что-то новое сюда заполнишь, и вот это пространство, оно не будет все равно пустовать в итоге. Зачем? Отдаю. Просто лишь сплошной вздох. Я говорю, у меня такое ощущение, что я ничего из этого шкафа не оставлю. Но не спрашивайте про размер. Одевала поясок, как бы ничего так вроде смотрелось. Но нет, 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 отдаю, не надо, Наташа, тебе это не надо. Вот это накидочка. Ну, можно под джинсы, кстати, да, наверное. С белой какой-нибудь рубашечкой. Или очень страшно. Не знаю, вы бы оставили бы или даже не купили бы, да, скорее. Я даже не знаю, оставить или нет. Оставлю, мама сможет тоже надеть, вот это оставлю. А, вот что я хотела дома носить, оставить. Вот это отже платье. Действительно, видео снимать даже сейчас или летом. Ну, как бы, ну куда-то. Я его, если честно, покупала куда-то носить. Но оно и просвечивается, и нет. Поэтому это... У меня в другой шкаф с домашней одеждой уйдет вот эту рубашечку. Она мне служила очень долго. Ну, тоже, конечно, я уже отдам. Но она, кстати, очень хорошего качества. Так, это у меня, кажется, пляжное. Да, это пляжное платьишко такое. Нужно в порядок привести. Все какое-то мятое, непонятное у меня здесь висит. Его оставляю. Да, это пляжное у меня платье. Дальше... Ну, это брючки, которые, если честно, как бы мне они нравятся. Я их не хочу пока никому не отдавать, не прощаться с ними. А это что за брюки? Ну, вот с этими нужно распрощаться. И при том, мне кажется, их даже лучше, наверное, это Остин. Но они уже никакие. Никакие, их нужно выкинуть. Дальше. А здесь две пары даже. Синие. Это, кажется, Остин. Да, вот эти оставлю, они нормальные. А, вот эти тоже, вот эти хорошие, но просто под них, знаете, это из раздела, эти хорошие очень качества. Я под них никак не похудею. Ну, вернее, худела. Я даже не знаю. Не, их оставлю, их мне жалко. Вот это начинается, их мне жалко, но их правда пусть будут. Это что? А, это джинсы, вот такие рванки. Кстати, почему-то я их, они реально тоже очень даже хороши. Почему-то я их крайне редко носила, а потому что они с прямым внизу идут такие широкие. Я больше люблю узенькие, но все равно так останутся. Ну что, теперь мне нужно задирать голову вверх для того, чтобы... Давайте я, наверное, сниму пиджак, потому что мне становится жарко. Хотела сказать, так куда же его деть, а у меня открыт все-таки шкаф. Почему бы не воспользоваться и не повесить? Так, вот. Так мне гораздо лучше. Давайте буду вот так вот доставать, что называется, пачками. И будем вместе с вами думать, что ставить, что нет. Вот такая черная кофточка. Даже не знаю, я ее... Ой, я помада уже тирановая. Что-то и так она нужна. Она мне черный цвет. Если честно, я как бы... Нет. Не нужна, не хочу. Не хочу. Вот это на тот же пляжный вариантик можно... Так, фокус. Можно, к примеру, под купальничек, поэтому, да, вот это оставлю. Остается. Вот эту маечку я не буду уже оставлять, ну, как бы уже совсем не мое. Так, это почему-то мамина в сторону, это мамина оказалась в моем шкафу. Вот это веселенькая, я ее люблю, я ее оставлю даже, если честно, дома носить такую маечку, почему бы нет. Так, дальше пачку достаем вещей. Фокус все время пропадает. Как только я не смотрю в камеру, то фокус исчезает. Поэтому буду стараться... Ну, как-то мне, по-моему, нужно было даже, знаете, взять стульчик и сесть и смотреть. Так, это пляжное. Это у меня пляжное. Все, что пляжное, ну, как бы я пока оставляю. Это пляжная такая вот кофта. Не кофточка, а платьишко у меня. Вот это платье...
я не знаю, у меня с ним какие-то такие ассоциации, я его то ношу, то не ношу, то я его люблю, то я его не люблю, но я не хочу с ним прощаться, оно длинное, у меня такой длинный платьишек нет, и честно, вот его не хочу, не готова, поэтому оно у меня однозначно остается, это, по-моему, опять мне что-то попадается, да, мамина, почему у меня здесь мамина вещи, и это мамина. Так, вот это уже мое. Я надеюсь, там что-то я снимаю. Это непонятно, мне идет или нет запись. Вообще, мне интересно, напишите, вот поставьте, пожалуйста, сейчас на паузу, либо параллельно, если можете писать. Мне интересно, как часто делаете разбор гардероба вы, вообще делаете ли вы это? Насколько вы довольны тем, что вы покупаете? Насколько ваши покупки спонтанные или обдуманные? Вот мне будет прям очень интересно почитать. Вот такая маечка, вишенки. Не нужна она мне. Расстаюсь тоже. Так, что здесь дальше? Так, это я вижу мамина. О, это мои. Это мои рваные черные летние, кстати, джинсы. Их оставляю. Что-то, если честно, я уже подустала. Это что? Это у меня нечто, это не джинсы, это нечто, они просто сзади уже у меня, ну, полностью порваны, насколько только можно, поэтому я их выкину. Мне очень, конечно, их жаль, но в таком же невозможно ходить. Так, платьишко вот такое вот зелененькое, ну, нет, уже я не хочу его, я его оставляла после прошлого разбора и так и не стала носить, поэтому тоже, пожалуй, я с ним, распрощаюсь. Следующее, с чем тоже стоит, уже хватит, просто столько лет невозможно держать у себя в шкафу, вот такое платье, тоже прощаюсь. Ой, вот это вообще, этот цвет, я его настолько сильно любила, ну, в общем, даже не буду вникать особо, пока. Значит, будет, я представляю, сколько новых вещичек я накуплю и сколько места у меня сейчас появится, чтобы потом уже можно было заполнить. Вот эту маечку я оставляю, она хорошего качества и, ну, как бы все отдать я не могу, поэтому как минимум из этих соображений. Вот это я люблю под джинсы, под джинсовую юбочку, пока оставляю, потом отдам за счет того, что мне не очень нравятся вот эти всякие блестюшки на ней, но пока она... остается. Ой, вот эта майка, я не знаю, вот мне кажется, с ней я никогда не распрощаюсь. Самая обычная из твоё вообще, но я ее люблю. Пардон, что все мятое, я вам достаю, она вообще все сложная, летняя одежда, я сейчас вакуумные пакеты, это еще переложил, остается. Комбинезон джинсовый, кстати, его я периодически так ношу, и мне он нравится, поэтому он остается также у меня. Ой, это что такое? А вот этот комбинезон, это черный. Я его в прошлый раз оставляла при разборе и говорила, ну вот сейчас-то я когда похудею, я похудела, я в него влезла когда, но поняла, что все-таки это не моя тема, я его куда-то вне дома не надевала, я его лучше отдам, пусть кому-нибудь будет на радость. Так, это что такое? Это мамина. А что тут еще осталось? Да, тут еще осталось. Представляете, еще не все. Так, это мое или это мамино? А нет, это, понимаете, я даже не пойму, это мое, говорю, или мамино. Это мое, но я это никуда не ношу и не буду носить, раз не ношу. Значит, отдаю. С Богом. Так, поехали дальше. Как это сложно все, оказывается, доставать. Ну, чтобы вы понимали, из разряда... Ой, аж маечка у меня поднялась. Что я в прошлый раз пожадничала и сказала, я это буду носить. Ну, нет. Ну, не буду я это носить. Отдаю. Следующее. Отдаю. Так, это что такое? Вот это, кстати, она тепленькая, да? Можно ее сейчас носить. Да? Оставить себе. Сейчас я ее еще раз пощупаю со всех сторон. Да, вот эту я, наверное, в свой сейчас шкаф перенесу и попробую хотя бы. О, у меня здесь очень теплая кофта. Это, наверное, на случай гор, но почему она лежит здесь? Потому что бог знает, куда я все забила.
И ничего не видно. Ну, вот это, конечно, да, это... Можно без комментариев? Все. Так, вроде сверху я все. Был где-то пакет еще, там длинный какой-то был целлофан. Можно даже не буду... Ой, сарафан, целлофан. Сарафан был. Фокус? Фокус, отлично. Так. Ой, это что такое? А, это, наверное, пакет. Это я уже вниз перешла. Здесь моя спортивная одежда. Просто из сумки спортивной вытаскивала. Ну, это точно остается, поэтому... У меня вся форма практически Adidas почти, поэтому даже не буду это все вам, если можно, я прям настолько показывать. Давайте, наверное, сейчас я, может быть, чуть ниже мы с вами присядем, или я это подниму. Нет, давайте подниму. Давайте юбки. Вот здесь же у меня в этом же шкафу лежат юбки. Я просто думаю, как вот мне показать. Вот такая джинсовая юбка, которую я, хочу сказать, как ни странно, но ношу. Поэтому она остается. И вот эта, которая такая подлиннее, тоже джинсовая юбка, тоже остается. Вот эта, на которую просто все садится, что только можно и нельзя, отдаю. Так. Ой, вот эта юбка, это любимая юбка, блин, моей мамы. Она такой формы интересной. А я ее, пожалуй, оставлю. Красная. Красную тоже оставлю. Почему бы и нет, пусть она у меня будет. Вот эту я уберу из своего, наверное. Хотя недавно на Asos я что-то подобное себе присматривала и думала, может себе взять, оставлю. Надо иногда на какие-то старые вещи заново посмотреть. Ну, вот эту юбку уже просто выкинуть нужно. Уже ей тут все, и резинки, и всему на свете. Да, это именно выкинуть. Вот это я отдам. Ее точно не буду носить. Ее отдам. Так, и вот эту юбочку даже не знаю. Когда-то я ее любила. Отдам. Так, все. Это что? Ой, это у меня какие-то тут тренички просто под... Так как у меня внизу там находится еще и колготки всякое тому подобное. Поэтому здесь все у меня перемешку. Ну, это, как я сказала, это я сейчас развешу. Это у меня спортивная одежда, спортивный костюм Adidas 2. Первый был в пакете. А это упадет, упала. Это у меня моя одна из самых любимых маечек Reebok. Заниматься вот как раз под те штанишки. Ну, как бы мне нравится. Это хорошо все и вместе смотрится. Что я купила, но ни разу почему-то. А, потому что я забросила зал. От Faberlic мне просто безумно понравилась расцветка. И я себе купила бра. Но бра, кстати, так себе. А вот штанишки очень даже ничего. И кроссовки у меня в первой части видео я показывала. Лежали такие неоново, прям, ну, вообще, вырви глаз кроссовки. Вот они у меня были все вместе. Потом я брала спортивную себе тоже кофточку, тоже от Faberlic. Кстати, она легкая, но очень даже мне так понравилась. Капюшончиком, ветровочка. Вот такая. Спортивные вещи я хочу все развесить. Тем более места у меня сейчас здесь будет предостаточно. Также от Faberlic. В нем я занималась. И, кстати, хочу сказать, довольно-таки удобно. Был вот такой у меня спортивный костюмчик. И мне он нравился. Был. Есть. Это все остается. То есть, чтобы понятно было, это все остается. Это что такое? А, это мамина. Блин, у меня часть вещей реально здесь почему-то маминых затерялась. Ну, обычная самая такая маечка, тоже спортивная. Это здесь все спортивные вещи, как я сказала, лежат. Вот такой спортивный костюм в пакете, который я не показала, только ярко-бирюзовая. Штанишки вот такие, а кофта там ярко-бирюзовая. Вот я брала две разные кофты под один костюм. И такая печалька, потеряла одну перчатку. Пришлось покупать новый и не ходить в зал. В общем, это так по-девчачьи. Ой, вот эту юбку у меня мама терпеть не может просто. Она у меня сзади все время делает такой конфуз. Она просто-напросто расстегивается. Я лучше ее отдам, пока я где-нибудь реально, блин, голая не оказалась. И... Еще маечка.
Ну, тоже спортивные майки, да, я все оставляю спортивные, потому что все фирменные. Все? Ничего себе, я как-то просто, знаете, так аж рот открыла, было для меня удивительно. Давайте посмотрим. Ну вот все, что осталось здесь висит, я, конечно, здесь сейчас приведу порядок и все сделаю. Вверху пусто, внизу всякие чулочно-носочные, нет, носочных нет, здесь только колготки. Вот это то, что отдаю, справа то, что выкидываю. Ну, как бы, на мой взгляд, достаточно вещей. И вот что получилось. Здесь... Сначала идут барючки, потом некоторые платьишки, потом мамины кофточки, моя спортивная одежда, маечки. Здесь пусто, здесь несколько брюк и куча вешалок. Ну и напоследок у нас с вами остаются лишь сумки, аксессуары. Туда, может быть, очки добавлю, ремни я не ношу, поэтому у меня их просто-напросто нет, чтобы вы понимали. И мы разобрали этот шкаф. Я не знаю, наверное, я не буду вам сейчас показывать, что в итоге здесь получится, ну, потому что просто я это все развешу, и ничего особенного не будет. И всю эту гору вещей сразу прошу, знаю, что будут писать. Не, скорее всего, когда вы пишете, отдай это мне, во-первых, я это уже раздала, потому что долго у меня это не будет ничего залеживаться. Не забывайте смотреть первую и вторую часть видео. Я буду рада, если вы подпишетесь, если вы ответите на вопрос, который я задавала вам ранее в видео. И надеюсь, что вы просто отдыхаете, просто отвлекаетесь, смотрите, может быть, ужасаетесь от того, что было в моем гардеробе. Но я ничего не могу сказать, особенно после того, когда меня разнесли в первых моих видео в прошлом году. Или это было в позапрошлом? Кажется, в прошлом. Я уже точно не помню. Оставлю ссылки на видео. Говорили, насколько у меня отвратительный вкус и как все плохо. Но, честно говоря, меня это не сильно как-то расстраивает. Давайте я попробую, наверное, закрыть, ну, хотя бы вот так вот шкаф. И ничего. Вкус – это дело такое наживное. Главное, что хочется меняться. Главное, что хочется действительно находить себя. И я думаю, что все будет хорошо. И я обязательно подберу то, что мне будет по душе. Зато, отдавая вот эти все летние вещи, мне, по сути, летом теперь не в чем ходить. Я куплю новые платьишки. Может быть, это будут новые какие-то костюмы, новый мой стиль. Может, я буду только в джинсы ходить. Я не знаю. Обязательно мы с вами вместе это посмотрим. И на вот это расхламление сподвигли, честно сказать, меня вы. Я хотела просто, ну, как бы периодически, знаете, как наводишь порядок в шкафу и все. Но вы писали, хотим видео с расхламлением, мы ждем уже долго. Я подумала, пора. Спасибо за то, что вы были со мной. Скоро увидимся. Пока-пока.